говорит, речка, тот уж течет речка по пескам, а за ней протока. Мы с Митей пели с Митей на два голоса. Течет речка по пескам, а за ней протока, а за девицей матрос гонится далеко. Он просил и умолял, ты поедем с нами, попроси совета ты у родимой мамы. Мать совета не дала, ехать не с матросом, я с матросом молодым еду вокруг света. Я с матросом молодым еду вокруг света. Не послушаю я, мать, твоего совета. Я с матросом молодым еду вокруг света. Год прошел, идет дитя, за головой унылой. На руках она несет матросенка сына. На руках она несет матросенка сына. Прими, мама, прими, мать, прими, дорогая. Через год он будет звать бабушка родная. Через год он будет звать бабушка родная. Уходи, иди, дитя, с кем совет имела, а меня, родную мать, слушать не хотела. А меня, родную мать, слушать не хотела. Что ж, идем, идем, дитя, здесь нас не примают. Дом высокий, дом большой, там нас ожидают. Дом высокий, дом большой, там нас ожидают. На два голоса поется. Я их тут и первый. Это фольклорная песня? А? Фольклорная песня. Да, фольклорная. Это старинная, старая песня. А вот за стеночками, за дверочкой, ты, может, дядя Митя слышал, когда... А вот мы с ним пели тоже. За стеночками, за дверочками стояла койка с подушечками. На этой койке Нюра лежала, на правой ручке сына держала. Спи, мой сыночек, спи, мой желанный, приедет папка с базара пьяный. Время немножко, стук-стук в окошко, не вставай, Нюраша, я пьян немножко. Нюра вставала, дверь открывала, увидев Ваньку, тихо сказала. А у нас старухи пели, так поцеловала. А она его что будет целовать? Он ночь прошлялся, прогулял, да еще что-то такое сейчас скажет ей. Так, хватит, вон он начал. Хватит, Нюраша, хватит смеяться, пришла пора нам с тобой расстаться. Хорошая песня. Хорошая. Мы с Митей вот пели вот эти две песни. Он уж болел, лежал. Извините, я лягу к ему на диван-то.
И это, давай, пей, пой какую-нибудь песню. Я говорю, давай, давай, мои вот эти любимые. И я начинаю, начну, или он начнет, вот, он начинал вот эти даже песни, начинала, я вытягала. Так хорошо это, он любил петь-то. У его хороший голос был второй, прекрасный. Но он, видишь, не хотел петь. А вот эти в гулянках он пел, когда гулят, поет. Yeah.